А ми, щоб не пересипали цей пісок десь по дорозі. А запечатан, як він запечатан, цей пакетик? Тобто він просто заклеєний на самоклейку, так? Так, так. Печать, де печать? А печаті немає, його так просто не відкрити, щоб його не порвати. Ага. Ну він одноразовий, так? Так, да. Да. От, бачите? Отлично. І ми просимо вас офіційно, щоб ви повідомили нас про експертизу. Ну, слідчий, так, він буде повідомляти. Я ж гірдир внесли, і на цьому моя копія закінчилася. Ну, для, я ще раз говорю, для добичі у них має бути офіційний дозвіл. Це спецдозвіл на видобуток піску, ребята. Спецдозвіл. У них це спецдозвіл. И они вот таким вот прикрываются, все вот карьеры прикрываются именно таким. Причем это все происходит при прикрытии милиции. Ну засняли? Мы едем туда на базу? Ну да, сейчас же дописать надо. Ну вот давайте еще тогда дописывать, походим на базу. Мы будем там новоуправиться. А там это будет, что там? Извините, Володя, мы извиняться перед вашим клиентом. Я надеюсь, что понимаете. Вашего клиента нет специального дозвола. Я приехал посмотреть, кто сюда приехал. Потому что КПП бойцов приезжает сюда, ну не сюда, я имею в виду, на карьеры. Самообороны там новоявленные, там районные, городские, селищные. Все требуют, дай денег на Майдан. Дай Бог, я надеюсь, що ми будемо знову. А дзвонилися Бабич, так тут. Богдана Бабич. Вона співкоординатор спільноті. Не теряйте. Нет, это же не загублено. Вы должны в любом случае, как бы вы ни ездили, самооборона. По самообороне вы должны делать все в правом поле. Все, уже вот этот беспредел, он закончится. Уже мы должны работать только по закону. Если мы боролись за то, что мы боролись, то мы должны. У нас равные права. Давайте из этого исходим. Потому что я точно знаю, здесь как минимум 5 фактов, когда сюда приезжали всевозможные организации, потом приехали. Ну, давай договоримся. Ну, будешь нам платить, будешь работать. Поэтому я вот приехал. Это первый карьер, вот когда я приехал, вот именно вот на этот карьер, посмотреть, что здесь происходит. Он рассказывает, вы можете сделать запрос, и уточнить, с помощью какого документа, либо о нем скажут, для этого есть специальный дозвол, спецдозвол. Ну что, разрешаю на песок? Да, который разрешает добывать, это спецдозвол. Это спецдозвол на добычу песка. Вот он ответит, что это вот у нас спецдозвол. Послушайте, я больше вот они именно вот таким образом занимаются, вот почему они заходят просто. Поэтому, когда вы приезжаете, да, вы Но если это то, что вы хотели услышать, у нас задача другая. У нас задача найти человека, тот, который незаконно работает. Вот. Собрать на него материалы и посадить в тюрьму. Ну, наказать. А если, допустим, создать шумиху, показать по телевизору, пусть это возьмут они документы, сверят, проверят по всем нормативным базам. Если там действительно что-то, как вы говорите, никто же не знает. Тогда будем делать выставки, я согласен. Давай перезвонить. Поэтому я со 100% уверенностью скажу, что у человека нет спецдозвола. На бумаге тут писать, у него есть просто, может иметься. Но это не дает ему права добывать эту продукцию. Вот и все. А может еще один вопрос? А теперь остальные все эти моменты... Человека, который имеет три высших образования.
Кто выдает эту спецдозу на добыток войска? Не знаю. Закон, закон Анабра знаете? Я вам отвечу еще раз. Да. А вы знаете, что на сегодняшний день... Мне неинтересно с вами уже разговаривать. Знаете, на сегодняшний день... То есть вы для себя решили, что это уже все, это подлец, да? Все. То есть общаться вы не хотите с человеком вообще никак? Я просто знаю эту ситуацию. Откуда вы ее знаете? Вы не показали мне спецдозу на добыток войска. А вы знаете, что его нет, такого спецдозу? Есть. Нет. Есть. Его в природе нет, в мире нет спецдозу. Да. Так значит, подойдите в экологическую инспекцию, они вам расскажут. Вот. Есть такой спецдозу? Спецдозу на сегодняшний день на песок нету. Ну, это если какая-то лицензия должна быть. Не лицензия, а просто всего обращаясь в один орган местный. Обращаясь в один местный орган, просто проплачиваешь на год вперед документы, и этот документ является основанием для добычи песка. Именно на дозволе песка должен быть спецдозволь. На дозволе выдобыть и реализацию этого песка. У этого человека этого нет. Отмени. Ну, посмотрим. Ради бога, посмотрим, что действительно, что мы вот это вот это. Что посмотрим, да, бесполезно. Бумажки есть, так... посмотрят, есть специалисты для этого специальные. Они будут официально. Да, будут абсолютно. Да. У меня там больше вопросов никаких нет. То есть дальше у меня есть уже документальная история. Проверяются документы, делаются выводы и делаются какие-то определенные шаги. Едем дальше. Сейчас речь. А я вам больше не нужен на эту точку, где вот вода расположится какая-то. Да я думаю, что пиши, что так вы сказали, что там что-то стоит. А если там это обратились к населочной рады, они утверждают, здесь свидетели, мы изучим, они напишут официально заявление, мы поедем, посмотрим. Так поехали сейчас, там где далеко это? А мы не можем поехать зараз. Мы не можем сейчас поехать, потому что у нас нет официального звания. Есть устные слова. Ну тогда это слово, тогда все, закрыли это. Будет официальное звание, поверьте, мы точно так же приедем. Если это будет ваше, мы зададим вам те же самые вопросы. Сейчас мы это не делаем. Мы не нарушаем закон. Но вы откуда-то знаете об этой точке. О какой точке? Где вы согласны? Мы пока здесь находились с 8:30 утра, здесь приезжала куча местных жителей. Здесь нет ни одного рядом села. Я вам еще раз. Пока мы здесь стояли, куча местных жителей приезжала сюда и рассказывали нам, какой вы негодяй. Поэтому мы им сказали, для того, чтобы не были так грязи. Я говорю со слов местных жителей. А негодяй вы или нет, это мы выясним уже в процессе следствия. Поэтому мы уже будем заранее если, извините. Если клеим клейма на человека, не надо. Я вам в Калиновке... Два дня уже наблюдаю 30 негодяев, которые сначала представлялись батальоном Азов, потом Ищукин. Батальон Азов находится в Днепре, вы знаете. Я тоже знаю, даже не в Днепре. У нас там ребята трощат маршрутки, бьют, угоняют, грабят. Ну вот вы же как раз занимаетесь этим. Да, с 4 утра. Обращайтесь, мы вам поможем. А почему нет? Обращайтесь. У нас были тоже такие обращения. Поверьте, мы тоже приезжали. И у нас тоже. Тоже по маршрутке. Буквально несколько дней назад. Лучше всего, что мы вам поможем. Ну да. Знаете почему? Сейчас почему? Потому что я являюсь членом комиссии по спорному суду. Отлично. Отлично. Если у вас есть вопросы по маршруту, вы зетка? Запишите телефон официально. Запиши. Нам абсолютно 100% я... Мелкий. Ребят, мы работаем по всем. Мы тоже работаем. Мы интересуем. Нас не интересует только карьеры, маршруты. Как вас. Нас интересует абсолютно все, что происходит на суде. Нам ходят, к нам, в числе, к нам ходят в основном маршруты. В том числе к прокуратуре. Дело в том, что получилось так, что вольная судьбы, спинная справа. Где принесли телефон? Комендатура, это не надо, не сам. Здорово, окей. Находится просто в областной администрации. И поэтому все, что там происходит, такое. Представляете, как это знаете, сейчас диванных сотен разворот сколько, еще непонятно. Все на себя все рвут и кричат, и пытаются, и пришивают, и все. Не знаю, именно поэтому мы уезжаем и выступаем. Ну, мы тоже. Ну приезжайте, ну вас запрошую. Пожалуйста, приезжайте. 5-й да. Пятый повод, я вас обыскиваю. Если у вас не будет, где находится Майдан, пресс-центр, офис, если такого не будет знать, то это просто дачи Вивара. И они вас обыскиваю проведут до мене.
Че Гевара? Да. Это ваше кафе? Да. А? Ваше кафе на подводе? Нет. На жаль. Це у нього такий псевдо. Так. Це у нього псевдо з Майдану. Чоловік з першого дня Майдана. Я сказав, що я хлопця зайду такого. Відділ я його на Майдані. Бачив, бачив. Так. Це вже просто ми, це може з лісима, це вже просто бля-бля-бля.